Ленинград. Здесь недавно в залах Русского музея открылась выставка, посвященная творчеству кукрыниксов. Более полувека прошло с той поры, как сложился этот необычный коллектив. Псевдоним «Кукрыниксы» знаком нескольким поколениям советских людей. За годы творческого содружества художниками создано огромное количество самых разнообразных произведений. Выставка, объединившая около 700 работ действительных членов Академии художеств СССР, лауреатов Ленинской и государственных премий, героев социалистического труда Куприянова, Крылова и Соколова, освещает основные этапы их творческого пути, всю жанровую палитру знаменитых художников.